По многочисленным просьбам местных жителей в микрорайоне Завидное открылась новая библиотека, которая будет не только хранилищем книг, но и станет центром культуры и досуга. Мы долго просили глав нашего городского округа о том, чтобы здесь у нас открыть библиотеку. Ну, библиотека здесь не только будет библиотека, но здесь будут еще и кружки, и секции проводить, и мероприятия для детей. Это очень удобно, потому что у нас микрорайон новый, много детей с мамочками, соответственно. Ну и здесь удобная локация в данном случае, удобно прийти, посмотреть книжки, выбрать, какие необходимы нужны будут для наших детей. На торжественное открытие были приглашены почетные гости. Наши дети говорят красиво. В Ленинском городском округе не сквернословят, потому что мы не просто читаем много, мы пишем сами, мы пишем стихи, пишем прозу. Самые лучшие краеведы где? В Ленинском городском округе. Самые древние учреждения культуры на этой планете не музей. Музеи уже пошли потом. А вот библиотека – это самое-самое древнее. Первым библиотекам несколько тысяч лет. После символического перерезания ленточки библиотека распахнула свои двери для будущих читателей. Помещение площадью 126 квадратных метров располагается на первом этаже жилого дома. Здесь была произведена перепланировка, сделан ремонт, закуплена новая мебель, в том числе и мобильная, которая поможет трансформировать пространство для проведения занятий и мастер-классов. Книг в общем фонде где-то около 17 тысяч. Читателей у нас было более 1500, но мы планируем до 3000, чтобы у нас было в год читателей. Вот, потому что микрорайон большой, многие уже спрашивали до открытия библиотеки. Вот, все ждали. В новой библиотеке на Завидной улице нет отдельного читального зала, но очень много уютных и удобных мест, где можно почитать книгу. Мы считаем, что это очень важно, развивать библиотечные услуги именно в новых микрорайонах, где пока что нет культурно-досуговых учреждений и нет альтернативы для нашей библиотеки. Вообще, этот курс мы начали еще в конце 2020 года с открытия библиотеки в пригороде Лесное. У местной жительницы Александры Уткиной двое детей. И для нее главное преимущество новой библиотеки – это шаговая доступность. Библиотека сейчас она предлагает различный досуг для детей, проводится много разных активностей, поэтому очень полезная и нужная вещь для всех нас. Новую библиотеку успели оценить и юные читатели. София Матросова пришла на экскурсию вместе с ребятами из летнего лагеря. Девочка пообещала, что обязательно вернется сюда с мамой. Я люблю книжку Корнея Чуковского «Мой Дадыр». Моя самая любимая книжка с детства. Мне папа запугивал, когда я не хотела умываться. Библиотека оснащена современным оборудованием, есть бесплатный доступ в интернет. Фонд регулярно будет пополняться как произведениями классической литературы, так и книгами современных авторов. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.